Доброе утро. Мы в кабинете 1580 узнаем, что произошло в Полтаве за последние сутки. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Что у нас интересного произошло? Вчера у нас чрезвычайных происшествий никаких не было. Единственное, остается на сегодняшний день, остается 5 домов без газа. Петра Ротача 24, Кукуби 20, Героїв АТО 116, Соборності 27, Богдана Хмельницького 7. Два дома добавилось за вчерашний день, зафиксировано выток газа по стоякам. Перекрыты именно по стоякам, то есть не во всем доме, а именно в части дома. Подъезды, то есть, закрыли? Да, да, да. В основном подъезды. Что обещают? Ну, пока Полтавагаз же, у них какая политика? Пока они не попадут в каждую квартиру по стояку, они газ включать не будут. То есть вопрос серьезный, надо провести проверки, тем более я думаю, что если зафиксирован был выток газа, то кто-то, скорее всего, уже звонил на службу 104. Просто так он не выезжал. Сегодня у нас по погоде ожидается минус 7, минус 9 градусов. Это было ночью, днем минимальная температура ожидается минус 6. Небольшой снег на сегодня, ветер тоже небольшой, 5-10 метров в секунду и небольшой гололед на дорогах. Ну, вчера тоже техника работала, то есть дороги у нас пока жалоб никаких нету, более-менее нормально. По отключению электроэнергии? Сейчас буду уточнять по корвалитных, то, что мы вчера с вами говорили. Ну, вроде бы пока жалоб не было, но это не означает, что если к нам не было жалоб, что не было включения. Сейчас будем выходить на облэнерго, уточнять ситуацию. Ну, вроде бы пока вчера не звонили, не жаловались. Вчера были небольшие отключения по водоснабжению в селище Яр, там буквально на несколько часов. То есть это причины? Это причины, да, какие-то были отключения? Ну, я так понимаю, там по воде, возможно, была замена делянки трубопровода. Вот так она сказала, что на несколько часов. Хорошего всем настроения, хорошего четверга и поменьше чрезвычайных подобных ситуаций каких-то. Спасибо, Сергей. Спасибо вам.